Теплосети семьи нуждаются в реконструкции, заявил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. Проинспектировал все котельные города и поручил в течение месяца проанализировать ситуацию с теплоснабжением. Аким считает, инженерные коммуникации попросту не справляются с тепловыми мощностями, которые вырабатывают местные котельные. С коммунальными проблемами семьи Даниал Ахметов знаком не понаслышке. Поэтому свой первый визит в город в должности акима Восточного Казахстана он начал с проблемных участков. Совершенно другая картина. Я не случайно просто проехал много котелен, а тем, чтобы понять, что же происходит в целом. Безусловно, позитивная тенденция. Совершенно очевидно, что нужно теперь думать над следующими вопросами. Однако больше всего Даниал Ахметов был озабочен состоянием тепловых сетей. Коммуникации на 70% изношены. Многие из них отработали порядка 30 лет. Если не заняться их реконструкцией, то последствия могут быть плачевными. Мощности по выработке тепла есть, мощности по доставке тепла в достаточной степени слабые. Поэтому в соответствии с поручением Нурсултана Абишевича Назарбаева, нам нужно будет в течение месяца внимательно проанализировать, аким города будет информировать меня ровно через месяц, мой очередной визит. Нужно будет посмотреть, какие сети в левобережье необходимо реконструировать, с тем, чтобы до 2025 года, в соответствии с схемой теплоснабжения, была достаточно неплохая ситуация. Кроме котельной, глава региона ознакомился с состоянием дел очистных сооружений, строительство которых ведется уже несколько лет. Деньги освоены, но объекты так и не были запущены. Аким области поручил, чтобы в течение 6 месяцев очистные сооружения были введены в эксплуатацию. Руслан Шкабаев, Медет Умерханов, Семей.